так как я в замке живу, я могу ходить там везде, все, подниматься на башни. Вот. Поднялся на башню, снял панораму. Панорама Выборга склеена из 6 кадров. Именно этот город вдохновляет белгородского фотографа и заставляет его приезжать сюда каждый год. Выставка «Северо-запад от Ладоги до Финского залива» получилась только благодаря самому средневековому натурщику, признается фотохудожник. Причем автор уверен, что каждая его работа пропитана загадочностью и даже мистицизмом. Щекалов уверен, что несколько раз в Выборге видел привидений. Притом они появлялись не только в поле зрения фотохудожника, но и на его снимках. Это и есть тот Выборгский замок, где Щекалов видел призрака. Но если бы обычного человека такая встреча напугала, то фотографа она вдохновила. Ночью там я один в замке, больше никого нет. Вышел поснимать на площадь, в общем-то так, смотрю, какая-то тень движется. Ну, снял 1, 2, 3 кадра. Вот. Потом проявляют, тень идет, все нормально, привидение. Живут они там. Все 57 работ экспозиции, которые заняли 2 зала музея, Щекалов оформил как картины, деревянные рамы. Видимо, тоже для пущего погружения в эпоху. При этом автор не гнушается пользоваться и вполне современными технологиями. Дело в том, что Photoshop, вообще постсъемочная обработка, это доведение картинки до ума. Зачаровав орловских любителей фото, Щекалов свои работы через месяц повезет в тот самый Выборг. Возможно, для того, чтобы показать свое творчество паранормальным музам.